секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Только б не было войны», посвященная 85-летию со дня рождения актрисы Людмилы Гурченко. 12 ноября исполняется 85 лет со дня рождения легендарной актрисы Людмилы Марковны Гурченко. В кино Людмила Гурченко дебютировала еще в студенческие годы. Ее первым фильмом стала картина «Дорога правды» Яна Фрида, вышедшая на экраны в 1956 году. Оглушительно популярной Гурченко стала после выхода на экраны новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Людмила Гурченко в один миг стала всенародной любимицей и кумиром. Песня «Пять минут» в исполнении главной героини Леночки Крыловой стала гимном Нового года. Всего на счету великой актрисы 96 ролей в кино. Самые незабываемые и яркие «20 дней без войны», «Сибириада», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «Полеты во сне и наяву», «Вокзал для двоих», «Рецепт ее молодости», легендарная комедия «Любовь и голуби». В название выставки ее организаторы вынесли слова героини фильма «Пять вечеров» Никиты Михалкова, снятого по пьесе Александра Володина. В финале пьесы и фильма героиня Гурченко Тамара произносит: «Что ты обо мне не думай? Я тут хорошо жила, у меня много было счастья в жизни. Дай Бог каждому. И потом, я вообще никогда не падаю духом. И потом, теперь у нас все будет иначе. Все. Ой, только бы войны не было». Людмила Марковна – автор трех автобиографических книг: «Мое взрослое детство», «Аплодисменты», «Люся, стоп». В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве актрисы. Среди книг особый интерес представляют следующие издания: «Кичин» Людмила Гурченко, «Гурченко. Киносценарии», «Рязанов. Неподведенные итоги», «Муские. 100 великих кинофильмов», «Актеры советского кино» и другие.